Всем привет, меня зовут Саша, я аниматор Dental Fantasy на Фрунзенской. А это Кира, и мы с вами сейчас проведем... Привет, давай всем помашем. Привет. Сейчас мы для вас проведем небольшой обзор нашей игровой комнаты, где мы сможем показать вам все игры и все развлекухи, которыми мы здесь занимаемся. Смотрите, ну начинаем с того, что у нас есть мультики, и любой из детей может прийти и выбрать свой самый любимый. Кира вот сама сказала, что любимый у нее Шрек, правильно? И мы сейчас вот так совпало, смотрим как раз вторую часть. Прямо рядом вот у нас здесь с телевизором находится такая стена, и у детей есть уникальная возможность попробовать порисовать прямо на стене, потому что дома такой возможность у них, такая возможность вряд ли появится лично. Ну что, давай дальше, клади обратно на уки. И у нас есть вот такой удивительный, удивительный кукольный домик. У кукольного домика у нас есть еще вот такие машинки для самых маленьких. Дети, которые не очень хотят идти пешком к зубной фее, они отправляются у нас на машинках, на какой захотят. Кира, ты поедешь на машинке? Точно. Да. Все, по-любому на машинке. Здесь, пожалуй, самое интересное место для всех ребят, потому что оно приковывает сразу их внимание, как только они приходят. Сразу бросаются к железной дороге, потому что здесь есть такой поезд, у которого... На магнитах есть целых два вагона. И есть еще машинки, которые тоже ездят по рельсам. Появился у нас новый герой олень. Можно поставить кусты в разных местах. Есть даже знаки дорожного движения. Космическая станция. Здесь есть и роботы. И, естественно, обычно мальчики подбегают, но и девочкам тоже нравится. Это удивительное игрушечное создание. Вот. Тут есть и вот спутниковая связь, можно поймать, что угодно. Вот. А рядом с ракетой у нас располагается... Мы перемещаемся на кухню. Кто-то перед нами здесь готовил и все даже разложил по тарелкам. Микроволновая печь, там уже готовится помидор, половина помидора. Духовка. Тебе нравится? Для самых усидчивых и спокойных детей у нас есть настольные игры. Есть игра Зинго, это такая же игра, как Бинго, только она с картинками. Есть, естественно, Дженга. Всем известная игра, в которую играют даже иногда и взрослые с нами. Вот. И на самом деле есть целая коробка разных настольных игр. Кира, ты знаешь, что такое настольный футбол? Ты когда-нибудь играла? Нет. Попробуешь? Ага. Давай, готова? Раз, два, три. А, давай, давай, давай. Ого! Ну что, ребята, приходите играть и веселиться к нам в Dental Fantasy. Кира, ручкой помогай. Ручкой, давай.